Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Другой полтинник будет, когда вы руками схватились и поднимаете ноги. Помните, да? Качаем, дышим. Юрец, ручки прямо отталкивай, Арсений. Арсюха, ты с Юрцом отталкивайся. За голову не закидывай, Юра, за голову не закидывай. Ручки вперед тяни. Представь, что ты препятствие. Как? Так ты не падай головой. Вот в чем прикол. Ты головой не бейся. Не бейся. Старайся, вообще затылком не бейтесь. Прям на спинку легли и сразу назад. Да. Теперь руками переплись, подъем ног. Также пятками не бить о пол. Сейчас 46. Да у вас вместе, округляйте вдвоем. Если 46, 50 сделаете в двоечка. Саш, чуть-чуть в сторону с Ростиславом сдвиньте, пожалуйста, от парней, чтобы не ударили. Ножками коснулись и сразу вниз. Ноги прямые. Ноги прямые. Об пол не бьем. Ноги прямые, парни. Ноги прямые, пожалуйста. Кирюха. Сантей, Кирилл. Ножки прямые, пожалуйста. Об пол не бьем. Другой Саша и Ростислав. Ножки прямые. Юра, Арсений. Юра, прямые ножки. Арсюх, ножки прямые, пожалуйста. Арсений, вниз ноги прямые. Вниз. Да, вниз ноги прямые, парни. Вниз ноги прямые, Саш. Вы когда ноги вверх поднимаете, вы делаете маховые движения, друзья мои. Это не лишнее упражнение. Вы делаете мах. С прямыми ногами мах будет сильнее. 50 раз. 50 раз надо сделать. Постарайтесь отдыхать поменьше. Делать побольше. Не бейте ногами. Представьте какой-нибудь дикий сосед, который не хочет, чтобы шумели. И вот вам надо заниматься гимнастикой, чтобы не шумно было. Ростислав, Саша, ноги прямые, пожалуйста. Я не могу прямые ноги снизу. Братан, надо делать. Это мах ты делаешь. Это будет сильный мах. У тебя будет очень резкий взрыв. Самое главное, чтобы не взрыв пукана был. Держим. Прямые ножки. Посмеяться можно, поплакать можно, конечно. Самое главное, не кисните и не простаивайте. В голову не бьем, коленками по лицу не бьем. Саш, сколько сделали? Мы? Да. 40-50. Все, давайте, доделываем. Дышим. Конечно, дыхание помогает восстановить силы. Сделали? Молодцы. Кто доделал, сейчас в планочку. Молодец, Ростислав, ты мои мысли прям прочитал. В планочку встали на локотках. Мысли, да, я запускаю, вы их считываете. У меня локоть болит, у меня на локте болячка. Хорошо, у кого на локтях болит, встали, пожалуйста, в планочку на выпрямленных руках. Да, упор лежа. У кого не болит на локтях, встали. Сколько? Сейчас надо сделать наклончики. Зря ты, Ростислав, по крышке, да. Таз повыше приподними, Саш. Поехали. 50 наклонов. Да, Ростислав, ты будешь на кулачках. Поехали. Друг от друга, Сантей, Кирюха, отодвинь, чтобы друг друга не сбить мощными бедрами. Да, не ушатать. Юрец, чуть-чуть, пожалуйста, Арсений, таз повыше приподнимите. Да, Саш, полностью, парни, посмотрите, пожалуйста, на меня. Задача. Все-таки на локте? Да, нормально. Что за рану у тебя? Каждую сторону 6. В каждую сторону, ну, получается, 25 раз. Да, смотрите, какая штука. В чем идея? Вы упираетесь руками в пол. Можно вот так руки сжать, еще здесь пойдет сжать. Вот, уперлись руками в пол. Таз подняли повыше. Напряжение должно быть просто нереальное. И поехали. И прям па-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 па. Это на выносливость упражнение, понеслась. Все, забыли о боли, забыли остальные. Ножки вместе, Арсюх, ножки вместе. Ножки вместе. Парни, не болтаем, поехали. Жестче упор надо предплечьями в пол. Жестче, Саш, жестче упор предплечьями. Сантей, прям двумя руками упрись. Предплечье это вот здесь.
вот здесь предплечье, а ты, получается, поднимаешь, прям упрись, выдавливаете пол, прям выдавливаете. Таз выше, вам не надо пол ковырять, вам надо пол запинать бедрами. Таз выше. Арсений, если сделал, сделай, пока дальше сделай. Саша, ты сделал? Кто сделал? На живот легли, ручки, ножки, ножки назад, ручки вперед, вытянулись на животике. Друг от друга, Юрец, отодвиньтесь, да, вытянулись. Подняли, оторвали руки, локти, колени, бедра, ступни, оторвали от пола, подняли вверх. Держим. Держим. А, считаем все вместе до 80. Один, два, три. Юрец, ручки прямо. Пять. Оторвали локти и бедра, и... Да, оторвали от пола. Ножки прямые, Арсений. Ножки прямые, ручки прямые. Оторвали, оторвали. Кирюха, Сантей, оторвали локти. Голову оторвали от пола тоже. Вверх смотрим, светлое будущее смотрим. Считаем вместе до 80, да. Сантей. Держи нос бодрей. Кирюха. Навостри оба уха. Держим, 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 держим. Ручки вперед, Юра, ручки вперед, братишка. И ручки вперед, Юрец, ручки вперед, да. До 80. Арсений, ножки прямые, ручки вперед, Арсений. Держим, держим, парни, держим, держим, держим. Коленки оторвали от пола. Ручки вперед, Саша, парни, ручки вперед. Это волевое упражнение. Ноги раскрести, ноги раскрести, ноги прямо. Саша, ноги раскрести, ноги прямо. Держим, 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 держим. 72. Секунду, у вас быстрые какие поперли. Еще быстрей, еще громче. После 77-90 задал. Отдыхаем, стоп, отдыхаем. Отдыхаем, нормально. Да, теперь смотрите следующее действие. Вам надо сейчас положить ручки вот так, лбом упереться в ладони. Да. Нет, нет, плакать еще пока не надо. На носочках, нет, Арсений, на животик перевернись. На носочках упритесь и на лоб, который упертый в ладони, упритесь. Поднимите таз, оторвите. Юр, на живот перевернись. На живот. Саш, не-не-не-не-не-не-не. Ростислав, оторви таз от пола. Подними таз. Так, я... Да, Саш, молодец. Да, держим. Подняли. Нет, смотри, как Саша сделал. Надо не локтями, лбом. Хорошо, смотрим еще раз. Не-не-не, Юр, да, я специально сказал, почему вот здесь, потому что, смотрите, раз положили, вот так, видите, у меня локотки оторваны. А я не могу так. Так надо смочь, поехали, надо смочь. Здравствуйте, надо смочь, парни, держим. А вы кого заразили? А это там ходит, дядьки, тетки смотрят на нас, радуются. Держим, 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 вы укрепляете спину и живот, держим. Ростислав, оторви, пожалуйста. Я не могу локти вообще. Братан, не надо смочь. Надо смочь, парни. Я же могу. Кто там у нас, я не вижу. Может, делаем, делаем. Как? 80, ну, до 80 досчитать. Саш, слишком, слишком большой прогиб. Слишком большой прогиб. Арсений, давай. До 80 надо досчитать. Считайте, конечно, да. Уже 80? Что-то быстро вы как-то. Ох, хитрите, да? Хитрите, хитрите. Давайте по чесноку, ребят. Тихо, тихо, Юрец, погоди, не торопись так, не гони лошадей. Держим, держим, Саша, держим, держим. Осталось чуть-чуть. Не гоните, осталось чуть-чуть. 63. Нормально. 90, да? 160. Молодцы. Так, отдыхаем, легли на спину, отдыхаем. Легли на спину, отдыхаем. Тихо-тихо, не толкаемся. На спинку легли, отдыхаем. Спокойно. Отдыхаем 15 секунд, парни. Поверьте, сейчас будет весело. Молодец. Это сейчас тоже весело, сейчас веселее будет. Друг от друга подальше отодвиньтесь. Друг от друга подальше отодвиньтесь.
Сантей, Кирюха, Ростислав, Сантей. Не-не-не, Саш, сюда ложись, но головой сюда. Так, смотрите. Не-не-не, на спине. Сейчас, готовы, на спинку легли. Сейчас, упор только в затылок и в пятки. Приподняли корпус. Хорошо, стоп. Если надо, помогите себе пальчиками рук вот здесь упереться в пол. Вот здесь, за спиной, Ростислав, за спиной. Вот здесь, за спиной. Положи ручки вот здесь. Да. Прямые ноги. Прямые ноги, конечно. Прямые ноги. Только на затылке и на пятках. Поехали, до 80. Ребят, посмотрите, пожалуйста, на меня. Я сейчас только... Это очень сложно. Конечно. Кто у нас простой? Простой? Вы так простой все можете. Вы же крутые парни. Вот. Тихо. Получается, поднялись, вот так пальчиками уперлись и держим. Почему пальчиками? А пальчики не сломаются? Вы можете, хорошо, вы можете поставить, просто здесь вы укрепляете, видели, да, ребята там держат разные стойки, горизонтики на пальцах. Вы можете их укреплять, если вы переживаете, что палец сломается, можете поставить пятюньки, и под уровень таз, и поехали, держим до 80. Только ножки прямые. 32. Не, Ростислав, не под спину руки нельзя заправлять под спину. Нет, в сторону разведи. Конечно, а то хитрецы под спину заправляете. Не. Сантей, ноги прямые, упираться не надо так, Сантей. А я не упираюсь. Пальчики, пожалуйста, положи туда, куда я сказал. Арсюк, ножки прямые. А без этого, мне так удобно. Нет, надо пальчики укреплять, братан. Да, ну, да. Ты надо. Наоборот облегчаешь. Нет, ты пальцы укрепляешь. Но это облегчает. Да, но ты пальцы укрепляешь. Да, ты получается, делаешь два в одном. Ножки прямые. Да, два в одном. Молодец. Арсений, давай. У тебя пальчики крепкие будут и спина крепкая. Ростислав, не надо руки под задницу заправлять себе. Пожалуйста, Ростислав. Да. Спокойно, парни, спокойно. Ростислав, вот так, посмотри на Сашу рядом. Это она укрепит упражнение. Сильно болит? Сильно болит? Есть такая тема, да, очень распространенное заболевание, это укрепляет спину. Когда идет выздоровление, это всегда через боль. Когда тело выздоравливает, всегда через боль. Трудное, да, упражнение? Ну, видите, вы теперь очередное знаете упражнение, которое вам фактически... Чуть-чуть согни, ладно, согни немножко. Сделали? Ну, сколько-то подержали? Да. Ну, ладно. Вы для себя должны знать, какие упражнения реально тяжелые, может быть, невыполнимые для вас. И такое бывает. Теперь следующее. Пожалуйста, сели все в шпагат. Да, тоже простенькое упражнение. В шпагатик. Ножки в сторону раскинули максимально широко. Юрец, молодец, додержишь, потом шпагатик. Подальше друг от друга отодвинулись. Подальше. Арсений, да, подальше. Максимально ноги раскинули. Поехали. По 50 наклонов к левой, к правой и в середку. Наклоны должны быть бодрые, четкие. И по 50 наклонов, и того 150 раз вы делаете наклоны. Больше наклон. Тянем. По 50 наклонов влево, вправо и в середку. Можно 50 влево, 50 в середку, 50 вправо. Можно делать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и до 150 досчитать в каждую сторону. Делаешь? Арсюх, бодрее. В середку надо тоже наклоняться. Ты в середку потом будешь наклоняться, да? Давайте пока делаем. Я тоже переодеваюсь. Температуру меряем. И начинается активная, интересная часть. Сильнее, Сантей, ноги больше разведи в сторону, парни, больше ноги в сторону. Сильнее наклон. Да, дышим, пропыхтиваем, продышиваемся, прокряхтим.
А это чтобы вы успокоились и не переживали. Коленки прямо, ноги шире. Коленки прямо, ноги шире. Тянем. Если, ну, если сделал, покажи. Сейчас все доделали. Санти, температуру померяй. В такую точку у всех, пожалуйста, померяй, чтобы, ну, 36 было. Пройдись по всем. Да. Нет, ты не на него дыши, а ты на руке померяй. И вот надышать можно до 70 градусов там. Напыхтеть. Найди там точки на руке вот здесь место должно быть, где кровь идет, все. Там 36,6 будет примерно хотя бы. Градусник чинайский, поэтому не переживайте. В любом случае. 36,170. 36,170? 36 градусов, когда это 70. А если 70, когда это 36. Нормалек, протянулись, промерили. Нет, погоди, погоди. Сейчас турники это, сейчас будут. Да, турники еще через чуть-чуть. Сейчас и полоса препятствий, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас, пожалуйста, Сантей, аккуратненько достань, пожалуйста, кубики с верхнего ящичка. Помогите ему, Арсюх, помоги. Вот ту подушку убери. Зачем тебе? Стоп, 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 Ростислав, зачем тебе магнезия? Не надо, погоди, погоди, братан, погоди, погоди. Кубики, кубики. Так, аккуратно. А, сюда, давай, раздай. Это сейчас, наверное, на одной хватит коробки. Такое дерево? Что у них внутри? Да по-разному, дерево. Все, давай я уберу. Все, разбираем, под два штучки разбираем. Коробку не ломать, я расскажу. Под два штучки разбираем. А как глина? Разобрали по два кубика, остальные в сторону, чтобы они вам не мешались. Упор лежа на кубики приняли. Сейчас будет. Остальные в сторону просто уберите. Любые два себе равнозначные выберите. Арсюх, давай быстрее. В сторону, к стене остальные уберите. К стене остальные уберите. Ладно, пусть здесь лежат, фиг с ним, в центре. Пусть лежат в центре, если они вам не мешают. Упор лежа принять, пожалуйста. Кубики поставьте на расстоянии чуть шире плеч. Чуть шире, чуть шире, чуть шире. Нифига вы раскачались. Чуть шире плеч. Да, Ростислав. Ляжьте сейчас на пол, чтобы у вас кубики оказались... Да. Ростик, чуть поближе ручки пододвинь. Ручки поближе, да. Ляж на пол, Саш, проверьте. Есть контакт. Тоже парни, Кирилл, Сантей, чуть поближе ручки пододвиньте. Вам надо сейчас сделать 10 полных отжиманий. Нет? Нет, спина прямая, таз прямой, поехали. 10 полных отжиманий. Взгляд вперед. Арсений, спинка прямая, живот прямой. Да, 10 полных отжиманий. Не слезать с кубиков, не слезать. 10 полных отжиманий.
Делаем, сделали, легли опять на живот. Сейчас ждем Сашу. Легли на живот. Кубики держим, также руки положение там же уперли. Теперь надо вам сделать от пола до половинки 10 отжиманий. То есть вы руки не разгибаете. Да, вот так таз поднимаете тоже. Да, 10 штук. Да, поехали. От пола до половинки. Юрец, поехали, Арсений. Таз поднимаете. Нет, до половиночку. От пола до половиночку и сразу вниз. Ляж на пол. Чуть-чуть приподнимись. Опять ляж на пол. Конечно, забиваете. Я специально вам даю упражнения такие. 10 штук давай таких сделай. Спокойно, терпим, терпим. 10 таких нас сделали? Да. Молодцы. Теперь поставьте руки вот так. Кубики вот так. Тоже на ширине плеч. Вот так. Нет, нет, нет. Разверните их вот так. Они у вас лежали... Да, да, да. Они у вас лежали вдоль тела. Теперь поставьте поперек тела. Также вот здесь. Возле плеч. Возле плеч. Да. Надо сделать 9 полных отжиманий. Поехали. Поехали. 9 полных отжиманий. Поехали. Понеслась, парни. Полных отжиманий. Да, полных. Таз поднимаете, грудь отрываете. Молодцы, баланс сохраняете. Поехали. 9 штук, Арсений, понеслась. Нет, 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 пальчики вперед. Пальчики вперед, Арсюх, пальчики вперед. Да. 9. Сделали? Сейчас ждем остальных. Ноги, ноги прямо, ноги прямо. Аккуратно, Арсений. Теперь надо сделать, легли на живот, легли на живот. Также кубики у вас положение здесь, возле плеч. Пальчики вперед. Пальчики вперед. Теперь надо сделать, легли на живот. К плечам кубики. К плечам кубики. К плечам. К плечам. Арсений, пальчики вперед. Арсений, пальчики вперед. Вам надо сделать наполовинку оторваться от пола и назад 9 раз. Наполовиночку. Вот так вот. Да, поехали. Таз отрываем. Да, наполовиночку. Поехали. Делаем, делаем, делаем. Нет, таз поднимаем, колени поднимаем. Колени поднимаем, конечно. Саша, не вставай, терпи, терпи, братан, терпи. Руки забиваются нереально, да. Да, я знаю, да. 9 раз надо всего лишь сделать. Половиночку надо сделать, Сантей. Сделали? Да. Не, Арсений, не надо полный, 9 раз. Чуть-чуть надо. Смотри, Арсений, вот так. Да, чуть-чуть надо. Сделали? Следующее действие. Поставьте кубики вот так, пальчики к себе. И на уровне чуть ниже плеч. Да, где-то на уровень груди. 8 раз надо сделать полных отжиманий. Поехали. Терпи. 8 раз, 8 полных отжиманий. Терпи, терпи. Терпи, терпи, парни. Это горизонт вам пригодится для горизонта. Конечно. А ты что думаешь отжимать? Что? Вот так. Нет, тебе так неудобно, Юр, будет. Возьмись вот так, как Саша, как Саша. Он перевернется. Юрец, так он перевернется, да, как Саша. Возьмись, Артюх, поехали, парни. 8 полных отжиманий. Арсений, не залипай, братан. По жизни думаю, философствую. Ну, философствую, да, 8 полных отжиманий. Братишка, все скоро кончится, не переживай, не волнуйся. 8 сделали, руки стряхнули, опять легли на пол. 8 половиночек надо сделать. От пола, трк-трк, взрывных вот этих, малюсеньких. Легли, поехали, 8 штук взрывных. Половиночку делаем, половиночку. Таз поднимаем, таз поднимаем, таз, да. Таз поднимаем, Арсений, поехали. Это глубинные мышцы прокачиваются. Глубоко-глубоко в теле они прокачиваются. Глубинные? Глубинные. Не голубинные, а глубинные. Глубина. У меня сейчас с плечом проблемы. С плечом? Да у всех проблемы. Если ты обратил внимание, у меня плечо собрано. Если ты как бы обратил внимание, у меня плечо собрано. Уж какие проблемы у меня со здоровьем, парни, вам даже и не снилось, и хорошо. Слава богу, что вы этого избежали. Но я отчасти являюсь показателем, как можно разрушить свое тело и потом восстанавливать его всю жизнь. И то мне помогло то, что я гимнастики с детства. Меня, вот как я с вами общаюсь, это сказки. Как со мной дед и бабка общались, как, например, братву мою тренировали. Это, ну, слезы были радости, когда тренировка заканчивалась. Были слезы радости. Сделали 8 раз? Да.
Юрий, как самочувствие? Тихо-тихо, не балуемся. Теперь, парни, поставили вот так. Кубики, вот так, не балуемся, вот так. Что такое? Еще руку выпить. Да, вот так, все правильно, да. Нет, вот так, Юра, вот так, вовнутрь скрути, вовнутрь. Да, вот так. Да, на уровне плеч. Арсений, да. Ростислав, вот так. Вовнутрь скрути, на уровне плеч. Я вообще даже поставить так не могу. Какое отжимание? Вот так ручки поставили. Локотки вперед сделали. Это вам потом поможет разные офицерские, капитанские, архангельские, ангельские, царские, космические выходы делать. Да, терпим. Ручки поставили. Да, Юра, да. Суставы будем... Смотрите, какая штука. Например, смотрите, если мы пальцем здесь хватаемся, можно чуть упростить задачу. Пальчик наверх вы видите и скрутите. Да, поставили. Получается на уровне плеч. Делаем 6 раз. 6 раз. Возможно. Поехали. 6 раз. Да, 6 раз делаем. Все так же, да? Все так же. 6 полных. Тихо. Убери кубик из-под этого. Сейчас клюнешь и ушатаешься. 6 раз. Сделали? Легли на животик. 5 секунд продышались. И 6 каратулек сделали. 6 каратулек взрывных. Лесенку делаем? Да. Вот так вот вовнутрь. Ты только сейчас понял? Ну, молодец, догадливый. Еще никто не понял, а ты первый. Я понял, молодцы. Молодцы. Давайте, легли на животик. И давайте, 6 каратулек взрывных. Арсюх, поехали. Арсений, кубики взял. Взял, братишка, взял кубики. 6 взрывных каратулек, поехали. Нет, Арсений, ручки вовнутрь вкрути. Да. К плечам руки больше. Выведи их за плечи, Арсений. Выведи ручки за плечи. Сейчас, секундочку, сейчас пусть все сделают. Арсений, за плечи выведи, за плечи вперед выведи. Вперед, да. Да, давай. Ляжь на пол. Сейчас, погоди, Юр. И поехали. 6 каратулечек. Нет, Арсений, не надо делать, не подпрыгивай, прям просто делай четко. На меня не смотри, делаем. Пока отдыхайте, сейчас Арсений доделает. Следующее вот так вот. Молодец. Молодец. На высоту пойдем, да. Наверх. 5 раз будет, да. Но только парни, пожалуйста, отдохнули, поставили кубики, вцепились пальцем, мы крепим хват еще. Вцепились, Юрчик, давай, прям пальцем, вот так схватись. 5 раз, зачем 4? 5 раз. Тяни! 5 высоких отжиманий, поехали. Тяни, грудью до пола надо коснуться, грудью до пола, парни. Арсений, не прыгай. Арсений, кубик в сторону отодвинь от лица. Арсений, кубик от лица отодвинь, да, чтобы не клюнул. Высоких отжиманий делаем. Арсений, напряги живот, ноги не сгибай в коленях, ноги прямо, ноги вместе, да. Ноги вместе, молодец, давай, тебе Ростик помогает по-братски. Арсений, делай отжимания, он тебе помогает. Да, ниже грудью до пола, молодец, красавчик, головой только не клюй. Надо сделать всего лишь 5 раз. Я еще помогаю. Сделали? Как мы делаем? Тяжело. Легли на пол. 5 каратулек взрывных. Поехали. Я не могу устоять. Можешь. Я верю, братан, можешь. 5 каратулек сделал. Покажи одну, пожалуйста, Верец. Одну покажи. Саша, нет, на пол. Ляжь на пол. На пол ляжьте. На пол. Покажи 2. Ростислав, на пол ляжь. Давай. Оп. Да, молодцы, сделали. Да, от пола до половиночки. Да, молодец. У тебя, Ростик, у тебя сейчас бицуха скоро футболку разорвет, а вы все реально это прокачиваете. Скоро прям бах, я серьезно говорю, если бы ты увидел со стороны, мышцы играют, парни, вы зря прикалываетесь. Это, не, сами же посмотрите, просто кто делает, обратите внимание, мышца прям начинает прокачиваться. Это не просто мы убиваем суставы, мы их восстанавливаем с помощью этого. Мы качаем сухожильный аппарат, восстанавливаем суставы. У нас что осталось? 4 раза.
теперь взяли вот Стоечки. Так. А? Стоечки отжимаем. Четыре раза высоких, четыре раза на кубиках. Да, ручки вывели, сцепились, четыре раза. Это слишком высоко. Нет, нормалек, нормалек, поехали. Я не могу. Саша, давай, поехали. Картина. Арсений, давай, братан, ручки, Арсюх. Да, вцепитесь, да, прям. Поехали. А можно кубики? Что, каратульки тебя делать опять? Потом каратульки, да. Арсений, ноги, как тебе Ростислав показывал? Да, молодец, как тебе помогал. Ножки прямо, Арсений, держи, ноги прямо, пресс напряги. Да, тяни. Молодец, тяни. Зубы стиснули, слезы, если полились, слезы льются, терпим. Волю в кулак, парни. Арсений, каратульки давай делай, Арсюх, каратульки сделай. Арсений, не спать, брат, не спать. Сделали, осталось-то чуть-чуть, осталось троечка, да? Троечка, двоечка и разулька. Легкотня. Не, сейчас вы их к себе разворачиваете еще больше, на бицуху больше упор, к себе, да. К себе больше, а не от себя. К себе. Вот так вот вы развернули, да, вот так. К себе. Это, ну, получается тоже к себе, но мы их чуть-чуть другую. А это к себе вот так раскрутили, пальцы на себя. Бицепс сделал сколько раз? Три раза. Также ручки сжали. Теперь каратульки. Каратульки, да. И также смотрите, поехали. А можно же вот так вот, с такими ногами вот так вот? Нет, там ножки вместе, что желательно, чтобы ножки вместе были. Потому что так ты слишком хорошо себя чувствуешь и хорошо держишься. А вот так идет разбалансировка. И у меня сразу падает. Юра, давай, поехали. Отжимание, Юрец. Погоди, потом. Давай сначала эти дадим. Назад. Три раза надо так сделать. Погоди, сейчас три раза. Нет, назад. Три раза, когда ручки да, ты к себе делал. Вот так вот. Прыгнула. Давай, тянем. Молодцы, тянем. И каратулечки. Сделал. Все, теперь каратулечки надо. Каратулечки, взрыв коротенький. Вот чуть-чуть, смотри. Арсений, ты лежишь на полу, вот так чуть-чуть себя подрываешь, давай. Без кисти вообще добьешь. Конечно. На это и рассчитано. Давай, ждем. Чуть-чуть отрывай себя. Да, не хватает. Да, так нормально. Только смотри, Арсюх, только надо не вот так делать, а прям... С тазом. У тебя таз на месте. Как лежишь, так же и два раза. Какие? Два раза. Вот так вкручиваем. Да, аккуратно, здесь равновесие. Да, два раза, да. Готовы? Нет, не было смысла их делать 10 раз в начале этого действия, мы бы офигели бы. А два раза как раз нормально, тело уже качнулось, и это уже пофигу, да, лишь бы доделать. Крутили руки, два внутрях. Два раза. Опять, смотрите, какая штука. Когда вы держите так, тяжелее будет прокрутить. Пальчик попробуйте сюда вывести и побольше крутится. Сделаем, сейчас мы тоже сделаем. Я и каратульки уже сделал. Я уже и такие сделала. Сейчас, погодите. И теперь по разику. Самое интересное. Здрасте. Самое интересное. Здрасте. Стоечки, да? Нет, теперь, короче, мы убираем, выкручиваем их вот так вот. И с тройным хлопком. Нет, без хлопка. Один раз сейчас будет сделано. Смотрите, какая штука. Саша, Ой, это замерз. Вот так. Так это же легко. Да, конечно. Попробуй. Чуть-чуть, конечно.